Каким образом осуществлять контроль за состоянием пациентов, получающих таблетированную противоопухолевую терапию? И на этот вопрос отвечает врач-химиотерапевт медицинкологии имени Петрова Новик Алексей Викторович. Алексей Викторович, вам слово. Здравствуйте, глубокоуважаемые коллеги. Ну, я в первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение и сказать, что, конечно, вопрос за контролем, он на поверку оказался довольно-таки сложный, наверное, не до конца разработанный. Итак, что у нас вообще есть из таблетированных средств? Экран видно, демонстрацию мою, да? Да. Да. Значит, что у нас есть? У нас есть несколько групп препаратов, которые мы часто назначаем и любим назначать, которые пациенты получают фактически дома, и, конечно, они требуют контроля в процессе. Это у нас цитостатики, таблетированные у нас есть тамзоламид, венральбин, ламустин, этопозит, циклофосфамид, капицитабин и фтерафор. Это различные мультикиназные ингибиторы, такие как сарафениба, сузнитиниба, пазопониба, окситиниба, ленвотиниба и другие группы, все из которых имеют одну из своих биогенные препараты. Это препараты, направленные на ингибитор МТОР, и они же являются сильными иммуносупрессантами, что откладывает отпечаток на их механизм действия. Это группа препаратов, использующихся вместе БРАФ и МЕК-ингибиторы, и две группы ПАРП-ингибиторы и ингибиторы ЦДК4-6, которые, наверное, последними вошли вот из качественных препаратов в реальную клиническую практику. Цвета на этой схеме я тоже подобрал не случайно, потому что эти цвета отражают общность в некоторых нежелательных явлениях препаратов. Как мы, например, знаем, что цитостатики, одной из такой основной мишенью цитостатиков является гематологическая токсичность, хотя многие из этих таблетированных препаратов ей не обладают, и в метрономных режимах они минимально токсичны, часто назначаются так. Тем не менее, эта токсичность у них одна из ведущих. И очень похожей токсичностью и рисками и кровотечений и риском инфекционных осложнений обладают ПАРП-ингибиторы, ЦДК4-ингибиторы. Эвролимус тоже препарат не столь гематологический, сколь инфекционно-токсичный, можно так сказать. Другая группа осложнений, блок осложнений – это мультикиназные ингибиторы, которые очень часто взаимодействуют с артериальным давлением и с кардиотоксичностью. Для некоторых еще типовыми являются и пульмониты. И третья группа – БРАФ и МЕК-ингибиторы. Из особенностей их токсичности, помимо того, что все эти группы указанных препаратов, они влияют и на печень, и на состояние ЖКТ, у них еще есть параллельно кожная токсичность, и у них есть токсичность, которая как раз требует наблюдения. Это кардиотоксичность и нарушение со стороны сетчатки, что случается нечасто, но что, тем не менее, не должно опускаться. Итак, для чего мы вообще проводим наблюдение? Мы хотим знать, что лечение эффективно, мы хотим знать, что лечение безопасно. Что касается эффективности лечения, то для таблетированных препаратов все довольно-таки просто. Мы можем ориентироваться на систему рецист, которая говорит нам, что примерно каждые 8 недель, плюс-минус 2 недели, мы должны оценивать эффект лечения. Это особенно важно в начале лечения, где риск неэффективности, наверное, максимальный, где сразу отсеиваются пациенты с первичной резистентностью, поэтому не надо пациента выпускать надолго, на 3-4 месяца, как оно бывает. Да, при позднем наблюдении, если пациент долго получает терапию, например, это второй, третий, четвертый год лечения, мы можем удлинить интервалы и делать оценку эффекта, особенно если нет никаких клинических признаков прогрессирования, реже. Но это все равно раз в 3 месяца, вряд ли реже. Что касается оценки безопасности терапии, здесь все гораздо сложнее, потому что у нас по факту нет закрепленных рекомендаций частот обязательного наблюдения за больными. У нас много разных методов лечения. Хотя я тут написал, что нет общепринятых методов наблюдения. Это значит, что у нас есть несколько методов, и никто не знает, какой из них лучше. Есть понимание, что наблюдать надо. Нет понимания, как именно наблюдать. И здесь может быть много ответов с правильным решением. И поскольку вот в рекомендациях даже в европейских для некоторых типов токсичности есть некий вакуум для таблетированных препаратов, мы постарались у себя среди наших экспертов провести такой опрос и составить некие, ну что ли, рекомендации или таблицу такую, которая поможет нам
сориентироваться, как часто вообще мы должны видеть пациента. Ну, во-первых, мы должны достаточно регулярно смотреть, потому что очень многие признаки нежелательных явлений мы увидим на осмотре. Мы будем расспрашивать пациента, мы будем предупреждать пациента о возможных нежелательных явлениях. И нам надо регулярно получать эту информацию. Если мы получили какие-то факторы, которые требуют нам дополнительного обследования, мы, безусловно, должны инициировать это дополнительное обследование. И для того, чтобы сделать это своевременно, нам надо наблюдать пациентов регулярно. В большинстве случаев достаточно видеть пациента раз в месяц. Для цитостатиков можно и нужно видеть пациента каждый цикл терапии, если этот цикл меньше одного месяца. Хотя это будет либо раз в 3, либо раз в 4 недели. Что касается анализов крови, то здесь для клинический биохимический анализ крови имеется в виду, что для антиангиогенных препаратов, что для BRAF-ингибиторов. В принципе, частоты оценки раз в месяц стандартных показателей будет вполне достаточно. Для цитостатиков это должно быть чаще. Но здесь, опять-таки, какие препараты мы используем и в каком режиме. Если это режимы метрономной терапии, где низкий доз цитостатиков и низкий риск ожидаемой гематологической токсичности, можно это делать достаточно редко, раз в 4 недели, раз в месяц, то есть перед каждым визитом. Если это препараты полноценной химиотерапии, например, тот же тамазоламид таблетированный, да, наверное, надо делать это чаще. Но опять-таки, пациенты могут долго получать терапию, мы знаем, что пациенты хорошо переносят, эти риски не реализуются, мы можем уредить частоту наблюдения. То же самое касается потенциально гематологически токсичных МТОР-ингибиторов, ПАРП-ингибиторов, ЦДК4-ингибиторов. Мы и здесь, и как предстатик, мы боимся инфекции, здесь же могут быть фибрильные нейтропении, об этом надо помнить. Кроме того, и ПАРП, и ЦДК4-ингибиторы, и некоторые цитостатики, такие как, например, производные нитрозом мочевины, они чреваты тромбоцитопениями. Соответственно, у нас могут быть геморрагические осложнения, поздние геморрагические осложнения, мы об этом должны помнить, и мы должны своевременно и вовремя посылать пациентов и знать, что мы будем делать с этими гематологическими осложнениями, потому что на поверку на местах оказывается, что, например, я сам наблюдал историю, когда в регионе пациентка как раз она получала ингибитор ЦДК4-6, у нее была тромбоцитопения 10, ее врач совершенно спокойно послал по месту жительства гематологу брать направление, потом идти на к гематологу записываться на плановый прием, после чего будет решено, а нужна ли ей переливание тромбоцитов или нет, хотя у нее уровень тромбоцитов по анализу 10, он уже лежит, этот результат, перед врачом. Поэтому здесь надо помнить, что у препарата с высоким риском гематологических осложнений надо видеть пациентов чаще. Кардиотоксичность и, соответственно, выполнение КГ и ФВЛЖ как меры наблюдения за кардиотоксичностью. Актуально для антиангиогенных и BRAF-ингибиторов каждые 3 месяца. Что касается цитостатиков в таблетированных формах, у нас нет рекомендаций, как часто это делать. Мы знаем, что это надо делать. Скорее всего, мы будем это делать при факторах риска, о которых я скажу чуть позже. Но не более того. На что обращать внимание? Для антиангиогенных препаратов ключевым вопросом является давление и своевременность его изменения пациентам. Это несложно сделать. Устройств на сегодняшний день много. Важно, чтобы пациент озаботился этим. И тогда мы будем своевременно реагировать на изменение артериального давления и на его коррекцию. BRAF имеет ингибитор. Конечно, надо обратить внимание пациентов на состояние и зрения, и кожи. Если с осмотрами окулиста, например, в клинических исследованиях рекомендации были то раз в месяц, то раз в 3 месяца, то в рутинной клинической практике, наверное, можно опираться на симптомы, потому что в нашем опыте все случаи, которые были связаны с каким-то нарушением со стороны сетчатки, проявлялись клинически, пациенты прекрасно нам об этом говорили, и, в общем-то, на внеплановых осмотрах мы это тоже видели, изменения зрения достаточно быстро позволяют заподозрить это. Со стороны кожи тоже BRAF-ингибиторы дают очень выраженные сыпи, пациенты сильно пугаются, вот чтобы они не так пугались и не привести к каким-то состояниям безысходности, как рассказывали на предыдущем докладе, надо предупредить, что такое может быть, что с этим делать и как своевременно к кому обратиться. Цитостатики. Обращаем внимание на признаки инфекционных осложнений, лихорадки, фибрильной нейтропении, признаки геморрагических осложнений. МТОР-ингибиторы также актуальны, контроль за давлением и контроль за пульмонитом. ПАРП, ЦДК4-ингибиторы – это преимущественно инфекционные геморрагические осложнения, на которые надо обратить внимание, помимо всего прочего.
Что касается отдельной кардиотоксичности, то здесь может быть использован риск-адаптированный мониторинг. Во всех рекомендациях очень хорошо указано, как производить мониторинг в тех случаях, когда получает пациент герцептин или антрациклин. А вот во всех остальных случаях формулировки достаточно расплывчаты. Когда мы можем ожидать риск осложнения? Риск гипертонии считается высоким при индексе массы тела больше 25 кг на квадратный метр у людей старше 60 лет или наличие прегипертонии. Риск нарушения сократительной способности миокарда при фракции выброса меньше 50%. Риск ишемического повреждения миокарда при уже существующей ишемической болезни сердца. Это подчеркивает важность анамнеза, и, соответственно, у этих пациентов мы можем чаще назначать стандартное обследование для оценки соответствующих нежелательных явлений. Что я хотел бы уже подчеркнуть и сформулировать такие суммарные пожелания, на что обращать внимание при наблюдении за больным, который в амбулаторных условиях получает весьма серьезные противопулевые препараты. Это в первую очередь информировать больного о возможных нежелательных явлениях и чтобы у пациента была инструкция, что делать, если оно случится. Пациент должен это понимать и не должен в том числе и продолжать терапию, если есть какие-то развивающиеся состояния, которые требуют ее отмены. То есть он должен знать, что сделать с терапией, куда обратиться и как это сделать достаточно быстро. На своевременность обращения надо уделять особое внимание, потому что пациенты очень часто просто затягивают, они боятся отмены лечения, они боятся, что вот они сейчас скажут доктору, что у него есть нежелательное явление, их перестанут лечить. Надо, чтобы они понимали, что есть определенный алгоритм, который не влияет на эффективность лечения, чтобы его проводить безопасно и эффективно, он должен соблюдаться. И тогда пациенты совершенно спокойно и очень подробно рассказывают все, что у них случилось, и это позволяет достаточно безопасно и эффективно скорректировать нашу лечебную тактику без потери эффекта, но при сохранении достаточно хорошего качества жизни и низких рисков осложнений. И, конечно, при выявлении нежелательных явлений частоту надо увеличивать. Если мы знаем, что у пациента при плановом анализе появляются признаки гепатотоксичности, не надо его посылать на месяц, надо назначить через неделю, через две контрольный анализ крови, надо подумать, стоит или не стоит назначать какие-то лечебные средства и оценивать уже их эффективность. И при высоком риске проявления различных нежелательных явлений надо существенно адаптированно под этот риск и под пациента, и под возможности практически увеличивать частоту наблюдения за этим пациентом. Спасибо за внимание.